моторчик, друзья. Вот мы смотрим, что у нас тут происходит. Видите, очертания будущей крыши просматриваются. Вот тут они залезли, второй этаж. Тут так как-то, если крышу можно так назвать, они собирают. Давайте я тут пойду, покажу, что видно. Вот. Стены, вот видите, стоят справа. Вот эта стена на месте. Вот это, тут окошечки просматриваются. Я сейчас отойду так, чтобы солнце не светило. И вот. Гвоздики забивают наверху. И тут, вы видите, так прислонутые. Еще там пару стеночек стоят вот с этой стороны. Будут стеночками. И здесь вот на полу еще одна будущая стеночка. Так что вот. И видите, они набивают. Сначала эта рама, она тоненькая, потом они дальше набивают к ней больше досок и больше досок и больше досок. Там по спецификации, куда что должно быть, так оно все потом обрастает. Ну вот пока так. Вот тут вы видите такую, ну, прорезь, что ли. Это вот для циркуляции воздуха по стенке. Если мы посмотрим на дом, то вот это вот так выглядит потом, когда уже все готово. Вот так выглядит.